Программу представляет торговая марка «Вехеровка». Уникальный напиток с неповторимым вкусом из самого сердца Европы. Предупреждают, телевизионный коктейль в малых дозах безвреден в любом количестве. И тут Жванецкий прав. Тем более, что в нашем коктейле смешаны разные ингредиенты. Сладкие, горькие, веселые и просто забавные. Оставайтесь с нами, и приятное послевкусие вам гарантировано. Чудное открытие перформанс на ура! Коктейли на копейку, удовольствие на рубль и ранняя зима под цветущей сакурой. А также тонны снега на все случаи жизни. Хочешь катайся, хочешь добавляй в бокал. И, наконец, найден рецепт ее молодости. Таки да, в Цюрихе и Дублине тоже есть свои абрамчики, яши и софы. И от них мы имеем согревающие тело, душу и весь ум зимние коктейли. То, что копейка рубль бережет, правда. А вот где классный коктейль стоит всего одну копейку? Вы не поверите, но это ресторан «Цимис». Вот так вот, и напрасно говорят, что евреи – народ излишне экономный. «Цимис» требует опровержения, потому как устроил аттракцион неслыханной щедрости. Если Сара, Абрам и Циля вышли на коктейль, то им надо дать и налить, но так, чтобы четвертый за одну копейку. Им и третий не лишний, а уж четвертый и подавно. Копейка при определенных обстоятельствах тоже деньги, а их у нас есть. Который может и вправе творить не каждый. Андрей Бартини – художник, который не забыл, что такое красота и радость. Он переступает границы допустимого, строя свой мир, в котором возможно все, находя запредельные средства для выражения невыразимого. Он любит людей, которые умеют радоваться и умеют радовать их. Его искусство не обязательно понимать, это приходит со временем. Главное – чувствовать, полностью отдаваться эмоциональной волне, которая может занести в мир мечты и фантазии. Это перформанс. То, что не просто модно, а необходимо. Трубы на помощь! Мы видим все!
Я поздравляю всех киевлян и Украину с наступившим 2005 годом и желаю, чтобы мои эксперименты и мои опыты хоть чуть-чуть вас научили быть фантастичным, неожиданным, любопытным, радостным, динамичным. И если вы станете тоже делать такие же перформансы, как и я буду только этому рад. Это история, да? В этой истории есть несколько героев. И, конечно же, главный герой – это трусы на палке. И все остальные, вот кто вокруг этого всего бегал, там кружился, махал челками, и там поднимал ноги, плясал, и что-то кричал. И это все вокруг этого, вокруг этих трусов на палке. И когда вот эти вот трусы там взмылись в небо, упали на чьи-то головы, это все как бы, знаете, мне хотелось бы, я вообще стараюсь в перформансах брать героями то незаметное, что в нашей жизни, оно как бы вот в обычной такой жизни никогда не является мальчишом-кибальчишом. Оно такое как бы тихо, скромно там сидит, служит нам, там этот хлеб нам служит, трусы нам служат. Они никогда не герои. Они никого революции не сделали, там, в гражданской войне не победили, просто так спокойно. И когда я их переворачиваю, делаю героями всего события, значит, героями всей истории, то этим самым я пытаюсь добиться, чтобы человек, участвующий, человек, думающий про это, понял, что все невероятно относительно. И то есть вот даже, и все зависит от нашей энергии, мы можем любое превратить в геройство. И ведь это предмет. От нашей энергии, а? Это же предмет. Неважно, предмет и человек. Если вы относитесь к предмету, что вы его, этот предмет можете превратить в источник подвига, человека тоже можно превратить в источник подвига. И вот здесь как бы представляется такой урок для всех, для нас. И кто его прочел, тот урок, кто-то понял. Тот, может быть, что-то смелее будет в своих поступках. Программу представляет торговая марка «Бехенка». Уникальный напиток с неповторимым вкусом из самого сердца Европы. Что происходит на свете? Да просто зима. Причем довольно-таки теплая. Но в обоих ресторанах Якитория подготовились к зиме настоящей, морозной, со снегом, дополнив и так богатую коктейльную карту специальным разделом. Как готовят любимый коктейль «Снежной королевы». Теперь это не секрет. В Карпатах, на горнолыжном курорте Буковель, за барной стойкой самого модного в тех краях ресторана «Казачок». Секрет не раскрываем умышленно. Снежная королева не велела, потому что в гости ждет не только Кая с Гердой, но всех, кому дороги скорость, снежные искры и чтоб только ветер из-под ног. Весь этот коктейль удовольствий на курорте Буковель, где 29 декабря торжественно открылся ресторан «Казачок». Об этом возвестили трембиты и фейерверк, какого еще не видывали в древних горах. Thank you.
спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но не спешите заниматься самолечением. Похмелье – штука тонкая, и, к сожалению, кефир и рассол помогают не всегда. Так что доверьтесь специалистам. Доктор Миша в ресторане «Нобель» зрит в корень, точнее в два – петрушки и сельдерея. Выжимая из них сок и смешав с перцовкой, лечит тонкие натуры, измученные новогодним перформансом трусы на палке. Медицина – это наука. Не очень точная, но все же кое-какая научная литература имеется. В ритме джаза рюмки опрокидываются легко и просто, говорит Марсель, доктор и бармен ресторана «Свинг». Однако утром от одного только джаза не воскреснешь. Первая помощь – это ферне и перно со льдом. Идеально. Закрепить эффект Марсель предлагает микстурой из зеленого чая, джина, ликера и сахарного сиропа, после которой больной улыбнется и скажет «Доброе утро!». А самых тяжелых везут сюда, в ресторан «Первак», к докторам высшей категории. Питейные аптеки нужны всегда, но утром после праздника это просто реанимация. Вместо физраствора – крепкий бульон, а вместо капельницы – шейкер. Лед на голову и немного соевого соуса, лимон и перец обязательно. Вливать по каплям, если больной из трубочки пить не в состоянии. А если ничего не помогает, то растворите 2 таблетки витамина В в стакане воды. Выпейте и ложитесь спать не меньше, чем на 12 часов. Но не пропустите следующий коктейль. Итак, спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Операция прошла успешно. Программу представляет торговая марка «Бехерка». Уникальный напиток с неповторимым вкусом из самого сердца Европы. В сердце клуба 111, конечно же, круглая барная стойка. И неправда, что коктейли здесь ровно 111. Митя уже участвовал в нашем телевизионном конкурсе на лучший коктейль с Рамазотти и придумал 112-й под названием «Джованни». Думаю, пришло время придумать 113-й, только с бехеровкой. Сегодня монах придумал новый коктейль со священными каплями Яна Бехера, он же эликсир молодости. Жду на суперфинале. У
Уважаемые бармены, наш телевизионный конкурс продолжается. Но стоит поспешить, до финала осталось не так уж и много времени. И поверьте, ради главного приза стоит участвовать. А также я всех поздравляю со старым Новым годом. И желаю, чтобы ваш жизненный коктейль сиял всеми красками петушиного хвоста. Через неделю, как всегда, смотрите новый телевизионный коктейль. Пока!